В Центральном парке Люберец отметили День государственного флага Российской Федерации. Свою любовь к родине и к символу страны жители округа выразили флешмобами и патриотическими акциями. В праздничную атмосферу окунулся и наш корреспондент. Я очень горжусь нашей страной. Абсолютно каждый, кто пришел в этот день в Центральный парк, наполнен именно этим чувством, гордостью за свою страну. Праздничным настроением люберецкая молодежь поделилась с жителями и гостями округа, раздавая им ленточки цвета российского флага. Российского флага вас. Держите, держите ленточки. Праздничные триколоры у всех есть, пришла пора открывать торжественное мероприятие. Это право предоставили детской хореографической школе. Сегодня хотел бы, друзья мои, всех поздравить с нашим большим, я оцениваю, праздником, как День флага России. Поздравить с тем, что мы с вами, россияне, проживаем в такой замечательной стране с замечательной историей. Поэтому, друзья мои, всем искренне желаю добра, счастья, благополучия в это непростое время мира. День российского флага – один из самых молодых государственных праздников, но по праву его можно назвать одним из самых патриотических. Это праздник прежде всего патриотов, людей, которые любят свою родину-мать. И я желаю ей процветания. Нашему народу славному тоже желаю добра, благополучия, достатка. Еще одним украшением этого дня стал огромный триколор, сделанный из сотен воздушных шаров. Вместе с представителями депутатского корпуса и маленькими гостями праздника глава округа Владимир Ужицкий выпустил в небо символ державы. Как много испытала ты за все века, моя Россия. Луиза Егазарян, Валерий Абсалямов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.